Радужное великолепие Genshin Impact — это новое игровое событие патча 3.4, в рамках которого игроки смогут получить щедрые награды за вход в игру в течение нескольких дней. Genshin Drop — самый лучший сайт с прямодемами, дешевле, чем в официальном магазине. Все выводы делаются через официального партнера Genshin'а Kudashub. Каждый день проходят халявные раздачи на прямодемы и луны. Ссылка в закрепленном комментарии. Запуск ивента приурочен к уже прошедшему празднику морских фонарей. Событие «Радужное великолепие» начнется 5 февраля 2023 года и продлится аж до 1 марта. Так что время выполнить у тебя есть. Забрать письма с наградами, пришедшими на игровую почту, можно только в течение данного события. Именно сейчас в моем телеграм-канале проходит розыгрыш на 3 луны. Условия очень просты, а также там сливаются ограниченные промокоды и выходят самые свежие новости по Genshin. Ссылка в описании. В период с 5 по 9 февраля 2023 года на игровую почту игроков каждый день будет высылаться письмо, содержащее в себе подарки. Таким образом, игроки смогут получить 5 февраля одну ивентовую крутку, 5 блюд благополучия и процветания и 5 блюд благоденствия, а также 50 тысяч моры. 6-го одну слабую смолу, 5 блюд мяса теньшу, 5 экземпляров книги «Опыта героя». Ну а что я тебе говорю, ты сам все видишь прекрасно на картинке. Я думаю, время твое я тратить не буду. Просто скажу, что 5 февраля ивентовая крутка, 7 ивентовая крутка и 9 ивентовая крутка. Ну а дальше просто дополнительные награды. Пиши в комментарии, рад ли ты данному анонсику, подписывайся на канал и участвуй в конкурсе, ведь условия действительно простые. Всех люблю, пока.